Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Аян Артемович, вы ранее привлекались к ответственности за распитие алкогольной продукции в общественном месте. Правильно? Да. Почему вы в установленные законом сроки не оплатили штраф? Просто забыл на меня. Забыли? Ну. А вы работаете или нет? Работаю. За свою забывчивость мужчина поплатился привлечением к административному аресту до 15 суток в спецприемнике УВД Кызыла. Теперь ему придется не только выплатить ранее выписанный административный штраф, но и поработать бесплатно во благо общества. Всего общественно полезным работам подвержены 20 правонарушителей. С начала 2019 года в специальный приемник помещено и содержалось 350 лиц именно за неуплату административного штрафа. Ежедневно по этой статье помещается 3-4 человека. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» всего за два дня составлено 40 протоколов. Согласно части 1 статьи 20.25 КОАП, неуплата административного штрафа в срок влечет взыскание штрафа в двукратном размере либо административный арест на срок до 15 суток. Согласно действующему кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации, штраф должен быть уплачен в течение 60 суток. На сегодняшний день у должностных лиц органов внутренних дел имеется механизм, позволяющий эффективно использовать предусмотренные законодательством меры в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты штрафа, такие как составление протокола по статье 20.25. Отмечается, что при отсутствии сведений об уплате административного штрафа по истечении 60 дней с момента вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы направляются судебным приставам. Судебные приставы исполнители применяют такие меры принуждения к должникам, которые не выплачивают долги по административным штрафам, в том числе наложенным Министерством внутренних дел, как арест имущества, ограничение права выезда за пределы Российской Федерации. Также у нас есть такие полномочия, как вынести временный запрет на пользование специальными правами, в том числе на управление транспортными средствами. За 5 месяцев текущего года сотрудниками столичной полиции составлено более 7 тысяч протоколов об административных правонарушениях в ходе охраны общественного порядка, а также в отношении лиц, осуществляющих незаконную продажу алкогольной продукции. Общая сумма наложенных административных штрафов составляет около 3 миллионов рублей, из которых взыскано 2 миллиона. В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Всероссийскому дню молодежи, принято распоряжение мэра города Кызыла о временном ограничении движения 28 июня. Жителям и гостям Кызыла рекомендуется воздержаться от пользования личным транспортом в центральных частях города. Движение будет перекрыто с 15 до 23 часов по улице Ленина, от пересечения с улицей Гагарина до пересечения с улицей Тувинских добровольцев, по улице Чульдума, от пересечения с улицей Ленина до пересечения Щетинкина-Кравченко. С 1 января 2020 года пособия на первого и второго ребенка будут выплачиваться семьям со среднедушевым доходом ниже 2 прожиточных минимумов. Законопроект об этом прошел первое чтение. Сейчас право на получение выплат имеют семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в конкретном регионе. Кабмин предложил исходить из 2-кратной величины минималки. Реализация закона позволит получать выплаты на первого и второго детей большему числу семей. Как объяснили в Минтруде России, речь идет об увеличении числа получателей в 1,5 раза. Отметим, что законопроект подготовлен во исполнение поручения президента, которое Владимир Путин дал в послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что рождение детей не должно означать для семей резкого падения уровня благосостояния. Предлагаемая мера окажет влияние на демографическое поведение россиян, предотвратив откладывание родителями решения о рождении ребенка на более поздний период, указано в пояснительной записке. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 62 рубля 52 копейки, евро 71 рубль 23 копейки. Уважаемые потребители!
Сообщаем, что с 1 июля 2019 года произойдет изменение тарифов на электрическую энергию. Просим предоставить в ТВА «Энергосбыт» показания приборов учета и оплатить задолженность за поставленную электроэнергию. Информацию о тарифах можно уточнить по телефону 5-65-26, а также на сайте ТВА «Энергосбыт» tuvaenergosbyt.ru. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях, наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». «26 июня – Международный день борьбы с наркоманией. В 2019 году Международный день борьбы с наркоманией пройдет под девизом «Прежде всего слушайте, прислушиваясь к детям и молодым людям, вы будете способствовать их здоровому и благополучному воспитанию». Показатели заболеваемости наркоманией в Туве ниже, чем по стране в целом. 134 на 100 тысяч человек в Туве против 186 по Российской Федерации. По сравнению с прошлым годом наблюдается тенденция к снижению на 4% заболеваемости наркоманией. В республике, по данным 5 месяцев этого года, по причине употребления наркотиков на учете врача-нарколога состоит 780 человек. Из них с синдромом зависимости от наркотиков 434. В прошлом году за указанный период было 446. За прошедшие 5 месяцев текущего года работниками республиканского наркологического диспансера проведены профилактические медосмотры в 53 школах республики, 3 СУЗах и в 10 факультетах ТВГУ. Проверено 5780 человек учащихся. По каждому выявленному случаю ведется индивидуальная работа с несовершеннолетними и их родителями. По данным 5 месяцев 2019 года на учете реснаркодиспансера состоят 60 несовершеннолетних, которые употребляли наркотики. В рамках межрегионального взаимодействия Минздрава Тувы и Сибирского государственного медуниверситета Минздрава России 20 и 21 июня в консультативно-диагностическом отделении перинатального центра Тувы проведен совместный прием с врачом-акушер-гинекологом с целью отбора пациентов на ЭКО и на госпитализацию в гинекологическую клинику Томска. Такая практика идет с 2016 года и стала уже традицией. За 2 дня интенсивной работы было принято 120 женщин. В консультативно-диагностическом отделении перинатального центра Тувы проводится отбор и направление пациенток с нарушениями репродуктивной функции на ЭКО в клинике для проведения им процедуры ЭКО за счет средств ОМС. Врачебная комиссия по отбору пациентов для проведения процедуры ЭКО за счет средств ОМС принимает решение в течение 10 дней. Пакет документов направляется в комиссию Министерства здравоохранения Республики Тыва, которая, рассмотрев документы, выдает направление на проведение процедуры. Женщину добавляют в лист ожидания. В Туве археологическая экспедиция обнаружила в кургане Тунух каменный светильник в форме уха. Уникальная находка скифского времени сделана участниками второго полевого сезона международной комплексной археолого-географической экспедиции по исследованию кургана Тунух в Республике Тыва. Добровольцы второй смены экспедиции обнаружили каменный светильник в форме человеческого уха. В настоящий момент это самая древняя находка на кургане. Курган Тунух расположен в пойме рек Тунух и Уюк близ поселка Чкаловка в Пихемском районе. Он является частью так называемой «Долины царей», где находится множество царских курганов скифского времени. По предварительным данным, захоронение кургана Тунух – самый крупный и самый ранний скифский памятник – начала середины IX века до нашей эры. Предположительно, курган стоит на вечной мерзлоте, так что существует вероятность обнаружить под его каменной насыпью сохранившуюся органику. С 15 августа по 15 сентября мэрия города Кызыла проведет отборочный тур муниципального этапа республиканского конкурса «Золотое руно». К участию допускаются работы из выделанных шкур всех желающих мастеров швейного дела, мастеров-любителей, а также самостоятельных авторов, начинающих и профессиональных дизайнеров и модельеров города Кызыла. Конкурс проводится в целях внедрения массового ношения и пошива национальной и повседневной одежды, изготовления аксессуаров из выделанных шкур местного производства. Конкурс объявлен по 9 номинациям. В
Туве во второй раз пройдет Кубок министра обороны Российской Федерации по спортивной борьбе. С 28 по 30 июня в Кызыле пройдут вторые всероссийские соревнования по спортивной борьбе на Кубок министра обороны России. В соревнованиях примут участие 11 сборных команд войск вооруженных сил Российской Федерации, военных округов, Северного флота, Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны России и военно-учебных заведений Минобороны, в том числе сборная команда Монголии. Общая численность участников составляет 143 человека. Кубок проводится в целях популяризации развития греко-римской и вольной борьбы в вооруженных силах Российской Федерации. В числе приглашенных почетных гостей в этом году будут присутствовать начальник Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны России полковник Артем Громов и трехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Александр Карелин. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. По республике ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные и очень сильные дожди. Грозы, возможен град. В Кызыле облачно с прояснениями, дождь. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Днем порывы до 14. Температура воздуха ночью плюс 9, плюс 11 градусов, днем плюс 17, плюс 19. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов, больше сумма. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.